Аграрии Жамбылской области провели традиционный День поля. Выездной семинар в этот раз проходил в Шуйском районе. Организована выставка сельхозтехники, удобрений и семян. Глава региона Нуржан Нуржигитов и приглашенные гости побывали на полях, где выращивается свекла, кукуруза, картофель. Фермеры области сейчас убирают овощи. Уборка зерновых уже завершена. Десятки видов агротехники и оборудования привезли на выставку 15 компаний из разных регионов страны. К слову, в этом году жамбылские фермеры на 11% обновили технику на полях, приобретают дождевальные установки, внедряют новые технологии. Посевные площади в этом году расширены почти на 5500 гектаров. Ведется уборка картофеля, овощей, бахчевых, масличных культур. Однако в сфере сельского хозяйства немало и нерешенных проблем. В этом году на поддержку агрария выделен 31 миллиард тенге. Это на 12 миллиардов больше, чем в прошлом году. Сейчас уже освоено 11 миллиардов тенге. Больше 6 тысяч крестьянских хозяйств получили субсидии. Ни одно крестьянское хозяйство не останется без поддержки государства. Аграрии региона ожидают хороший урожай сахарной свеклы, не менее 120 тысяч тонн. Важно обновлять семена, использовать влагосберегающие технологии. Новые удобрения, отмечают ученые. Научные институты готовы делиться и практическим опытом. Сначала я укажу положительные стороны сахарной свеклы. Благодаря ей мы можем производить 10% сахара, 80% корма для скота, 10% потоки. Это безотходное производство. Если раньше сбор урожая составлял 35 тонн, то сегодня 60 тонн. Водосберегающие технологии в этом году размещены на площади 50 тысяч гектаров. По словам главы региона, сейчас в числе приоритетов в аграрном секторе восстановление ирригационных систем, создание современной программы семеноводства и рациональное использование пастбищ. Ботагоз Базарбаева, Жамбылская область, Хабар 24.